Друзья, как говорил Гагарин, поехали. Так, что мы видим? Мы видим вот такую картинку милую. Значит, перед вами это ваш зачем? Это Татьяна Александровна. Жена Сергея Жилина. Сейчас Сергей больше времени проводит над экраном, жизнь достала. Вот. А имеется в виду финансовую составляющую. Она настоящая работяга. Это она берет там, ждет машина, вот эти три самца погрузят. Вот, кажется, три. Оттуда не вижу. И все, я сфотографировал. Сказал, то ямочки, значит, как всем понравится. Вот, значит, ее номер 813-449-1178. Прием заказов на саженцы. Дело в том, что я хитрый, мне каждый день звонит 2-3 человека. Даже сейчас, когда уже торговля закончилась. Не можно еще выкопать с этими небольшие саженцы вместе с горшками. Но, в принципе, уже никто не ездит. Все расцвело. Вот. Но мне постоянно звонят. Я всех отправляю сюда, диктую по телефону этот номер. Может быть, после этой минутки мне пореже будут звонить, а большинство узнает отсюда. Так, еще раз попросил ее пропагировать. Дело в том, что это не красивая просто фотография. Да, красивая фотография. Да, это груша, которая где-то 28 лет примерно. Вот. Но это учебная фотография. Из-за этого забора у нее такой высокий штамп. Чтобы не говорили, ты кто железо. Все это самое. Ругаешься, говоришь, ну что, с ума сошли. Деревьям нужен штамп, нижние скелетные ветки кормят корни. Об этом не знает ни один выпускник Тимирязевки, может быть, кроме Курдюгова. Да вот. Он тоже выпускник Тимирязевки. Но мне уже сказали, когда мы написали с ним вместе книгу. Если экземпляров, солидную такую книгу. Вот. Тогда было сказано, он чуть ли не этот предатель. Ну из-за того, что он поддержал мой агроприем. Слушай, Антон. Перезапустим, начнем тогда сначала, правильно? Так, я сейчас попробую, вот смотрите, короткий путь, это вот сейчас я только остановлю трансляцию, так? Вот, и тогда уже ничего не будет, да? Остановить трансляцию. Я с ней, а я уже запустил. Рано. Так, я перестарался. Ну, вот тот кусочек, что я начал, видимо, он уже отвлек. Нет, сохранится сам по себе. Ну, ладно, пусть отдельно. Я помню, такие были нюансы. Несколько минут отдельно гуляет по интернету. Сейчас раз. Так, ждать просто, да? Запустил. Ждем, смотрим. У вас абрикосы нормально цвели? Сейчас лучше звук вроде. Да, абрикосы цветут, завершают, все хорошо. Ладно, давайте удачи. Ага, хорошо. Так, друзья, начали мы с нуля. Второй раз я постараюсь покороче. То, что вы видели, это пойдет отдельным кусочком где-то в Ютубе. Итак, вот эта повседневная работа заканчивается сезон весенней продажи.
дата 11 мая, вот последние саженцы уходят. Можно было бы и сейчас, они в горшках, но власти как-то нет. А почему вместо Сергея, здорового двухметрового мужика, Татьяна Александровна? Потому что время такое, и визгу войдет, и коня остановит. Вот она из этих. Вот ее номер 813-447-3178. Принимает заказы на осень. Дальше уже личный разговор. Так, еще раз попросил ее попозировать и объясняю, почему здесь штамп 1,5 и более метра. Вот, потому что, еще раз говорю, чтобы меня не упрекали, Железов ругает всех и все, включая ученых, включая преподавателей, которые учат, что нужен штамп, да, да, вот. А здесь никто штамп не делал, а штамп не нужен, потому что нижние скелетные ветки кормят корни. Так, но объясняю, откуда он сам по себе взялся, без всяких ран. А это из-за забора. Видите, тень? Вот. 3 дня там тень. Отсюда груша стремится вверх. На солнце. Ответил. А это вот еще 2 груши я посадил. Не только 2, но именно эти 2 груши я посадил соседу. Вот она, проволока у меня, это самая сетка рабица. Вот соседский забор. Вот, посмотрите, здесь там бы ниже.